Новорожденному малышу женщина посвящает 24 часа в сутки. А значит, именно от мамы зависит развитие и здоровье ребенка. Поэтому ей крайне важно быть подготовленной к рождению малыша еще до того, как он появится на свет. И к этому моменту уже иметь запас знаний, позволяющих разумно растить ребенка. Встречи проходят ежемесячно. Вот, как правило, мы их назначаем в 20-х числах, в зависимости там, от графика нашего, когда у нас есть возможность. В течение 2 часов длится, всегда она включает наши занятия, лекция, экспресс-лекция для беременных мам, им всегда уделяем внимание, то есть как им просто подготовиться к первым дням, месяцам общения с ребенком, вот, в контексте грудного вскармливания. Для женщин, которые ждут появления ребенка, крайне важна такая лекция. На ней специалисты рассказали о технике вскармливания малыша, о лактации, о том, каких следует избегать ошибок при уходе за ребенком в первые дни его жизни. Будущие мамы внимательно слушали уроки специалистов и помечали самое важное. Но лекции посетили и те мамы, у которых уже есть несколько детей. Тем не менее, им интересно узнать новую информацию, проанализировать свой подход к воспитанию детей, чтобы в будущем дать дельные советы другим мамам. Ну, мне интересно общение с людьми, близкими мне по духу. И ну, интересно, опять же, тоже нести информацию такую другим людям. То есть я черпаю отсюда и кому-то еще передаю. Урок провели женщины, у которых тоже есть дети. Некоторые советы вытекали из их собственного опыта, что делало лекцию интерактивной и живой. К тому же тишину в аудитории нарушали дети, с которыми женщины неразлучны ни на минуту. Специально пригласили специалиста, чтобы он более доступно объяснил такие понятия, как аллергия и как вот... в случае действовать аллергии, именно вскармливая ребенка. Такая лекция позволяет кормящим и беременным женщинам узнать либо новую, либо дополнительную информацию о важных этапах в развитии ребенка. Более того, это еще и возможность пообщаться лично с другими мамами и найти поддержку или получить простой женский совет.